Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, Магнитогорское времечко в прямом эфире. Ну, огорчили, конечно, нас футболисты, вылетев из чемпионата Европы, как пробка из бутылки с шампанским. По этому поводу в интернете появилось много смешных картинок под названием «Демотиваторы». И вот один из них. По-моему, очень смешно. Друзья, радует, что теперь с джентльменским уходом Слуцкого, ну, вообще, куда ему было деваться, и что немаловажно, накануне чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России, у нас наконец-то всерьез займутся отбором и подготовкой будущих футбольных звезд. Но перейдем, друзья, к разговору о наших футболистах. Практика, которая, как считают некоторые неглупые люди, является критерием истины, зачастую показывает, что в настоящий футбол у нас имеют играть очень виртуозно бюрократы-чиновники. Вот у них точно мастерство перепасовки есть. Только незавидную роль мяча в этом случае играют те, кто обращается к ответственным товарищам с просьбой решить ту или иную проблему. Первый сюжет сегодняшнего выпуска народной программы как раз иллюстрирует справедливость этого утверждения. Подробности у Елены Тимофеевой через несколько секунд. А вопрос к вам, уважаемые телезрители, у нас такой, кто пытается вас отфутболить. Расскажите нам, от кого вам не удается добиться ответов на ваши вопросы, кто всячески старается увильнуть от ответственности, либо переложить ее со себя на кого-то другого. Звоните прямо сейчас, вот прямо сейчас по телефону 24 55 11, и тогда у нас у всех появится надежда, что мы с вами поговорим в прямом эфире, и давайте проведем это времечко вместе. В середине января это событие имело резонанс. Средь бела дня на самой обычной межквартальной дороге грузовая «Газель» ушла под асфальт. Чтобы вытащить машину, пришлось задействовать спецтехнику. Образовавшаяся яма была заполнена водой. После этого приехали, отремонтировали, там все засыпали. И с тех пор это все так и осталось. Вот как выглядит место того необычного ДТП сегодня. Там, где был провал, гора щебенки. Вокруг комы грязи. Пешеходная дорожка деформирована. Здесь вода у нас скапливается в виде того, что образовался у нас бугор. Вода скапливается, и пешеходный переход у нас постоянно в воде. То есть пройти во время дождей нельзя жителям. Жильцы дома 9/2 по улице Труда подчеркивают, их микрорайон и так не отличается благоустроенностью. Детские площадки устарели, там, где можно было бы сделать парк, стоянка для машин. А тут еще не заасфальтированный участок дороги, добавляет неудобств пешеходам. Вот до сих пор грязь еще, когда ливень был. Ну, неудобно, конечно, обходим вот. И бывает, и там обходим. Выяснить, кто должен привести дорогу в надлежащий вид, оказалось делом непростым. Местная управляющая компания ООО «ЖРУ-2» переадресовала времечко в ТРЕСТ «Водоканал». «Водоканал к проведению мероприятий по благоустройству данного дорожного полотна не имеет никакого отношения, так как в ходе проведения там вот этих всех экспертных там исследований выяснилось, что этот провал не имеет отношения к сетям Треста Водоканал. На этих местах когда-то в свое время было огромное болото. Там огромное количество грунтовых вод, которые, ну, получается, фактически размыли вот этот грунт. В бюджете водоканала средства на восстановление дорожного полотна на этом участке не запланированы. Времечку рекомендовали обратиться в дорожное специализированное учреждение Магнитогорска. Максим Олегович, беспокоим вас по поводу адреса Труда 7, там межквартальный проезд. Зимой туда «Газель» грузовая провалилась. Дело в том, что провал образовал на сетях водоканала, поэтому обращайтесь в водоканал. Повторный звонок в водоканал ясности данной ситуации не добавил. Получалось так, что когда вот эта машина провалилась, то первая служба аварийная, которая откликнулась данную ситуацию, это была наша служба. Наши приехали, помогли вытащить машину. Наши просто предприняли все необходимые действия для того, чтобы восстановить дорожное движение. Вот и все. А сейчас все хотят просто на нас вот это все переложить. И типа как бы водоканал уже изначально как бы все вот это делал. Ну, пускай он как бы и закончит вот эти все работы. Вопрос, кто должен восстановить асфальтовое покрытие на этом участке, остается без ответа. Местные активисты уже написали жалобу в городскую администрацию. Туда же обратилась и «Времечко». Ну
Ну, вот наш режиссер Евгений Замановский, когда монтировал этот материал, говорит, ну, друзья, вспоминается вот эта фраза, из, которую говорил Остап Бендер, ну, когда деньги, он собирал деньги на провал, да, чтобы не очень проваливался. Вот, похоже, надо жителям местным тоже собирать деньги на этот провал. Ну, вообще, вот иногда посмотришь такие материалы, и когда участвуешь в их создании, можно подумать, что в цирк ходить не надо совсем. Потому что отбрыкивается всячески сейчас водоканал, вот Григорий Сусарин, уважаемый. И, наверное, там мысль им всем приходит в светлые головы. Зачем вообще туда поехали? Вот вытаскивать эту машину, это все. Теперь придется им там, не дай бог, еще дорожное полотно укладывать. Ну, идем дальше. Мы напоминаем вам, что разговор сегодня идет о привычке безответственных чиновников отфутболивать тех, кому они призваны служить. Перед тем, как покажем вам следующий сюжет, хотим еще один демотиватор продемонстрировать. Наши болельщики делают попытки спасти российский футбол. Друзья, например, они предложили оптимальную модификацию футбольного поля, которая поможет справиться с более сильными соперниками. Ну, как ты думаешь, Надежда, есть надежда, что вот футбольное поле с наклоном поможет нашим выигрывать соперников? Вот ты знаешь, вряд ли там будет вратарь все-таки соперников наших стоять. Я думаю, какие-то мячи он поймает в свои руки. Понятно. Ну, а мы вернемся к более серьезному разговору. Напоминаем, сегодня мы спрашиваем, кто вас пытается отфутболить. Звоните нам по телефону 24-55-11. Если у вас есть история о несовпадении ваших интересов и интересов чиновников, футболистов, прямо сейчас можете набирать номер, тогда появится надежда, опять-таки, что мы с вами все-таки поговорим. Здесь проходит граница нашего забора, и там ночуют эти бомжи. Вот. Там у них специально сооруженное место для костра, где они там готовят себе пищу. Любовь Николаевна устала воевать с нежелательными соседями. Их прогонишь, они возвращаются вновь. Только на ночь женщина спускает с привязи собаку во дворе, чтобы урожай не воровали. И следит, как бы не вспыхнул огонь на заброшенном участке. Такое бывало. Пожарные машины тут тушили как минимум раз 10. Так сгорели все постройки, так сгорел оставшаяся часть дома. Заброшенный участок бомжи облюбовали, как только он порос бурьяном. Хозяин умер 20 лет назад, а его наследники здесь не появлялись. Сегодня эта плодородная земля и вовсе превращается в свалку. Забор был, дом стоял, сараи стояли, большой яблочный сад был. Нас возмущает, что здесь вот устроили вот эту несанкционированную свалку, что люди идут с этими мешочками и бросают. Даже на машинах, машины останавливаются, я вот в огороде слышу, дверка открывается, раз, бросили и... Дальше поехали. Огромная территория, по словам соседей, заброшенный участок около 17 соток используется крайне нерационально. Женщины с этой проблемой обратились в первую очередь к своему квартальному. Пригнали грейдер, он сюда просто всю мусорку сдвинул и вроде бы как бы вместе с землей смешал, и вроде бы какое-то время было чисто. А потом опять началось все. В частном секторе Левобережья заброшенных участков порядка 200. Это лишь 2% от их общего числа. Поиском владельцев никому не нужных земель занимаются в районной администрации через регистрационную палату. Если участок бесхозный, то через суд он может отойти муниципалитету и быть продан. Но пока у всех заброшенных домов собственники находились. Мы упираемся в право собственности. Конституция у нас защищает собственность. И волевым решением... Изъять такой земельный участок у собственника невозможно. Понудить его, заставить его, этот участок, содержать каким-то более-менее приличным образом, тоже нельзя. Большую часть недобросовестных владельцев участков удается убедить или всерьез заняться землей, или продать. Но если по документам собственник есть, а найти его нельзя, городские власти только и могут что отрезать дом от коммуникаций. Похоже, ситуация, друзья, в некоем тупике.
потому что кто-то имеет право собственности на этот участок под сгоревшим домом, и этот кто-то в нем не заинтересован, а у всех остальных просто связаны руки. Но я могу сказать, друзья, что вот Надежде, а я не дам соврать, Петр Петрович пообещал заняться этим вопросом, дал поручение своим подчиненным. Посмотрим, как эта вся ситуация продолжится, чем закончится, покажем вам обязательно. Галина Ивановна до нас дозвонилась, но, назвав номер своего телефона, она ушла из прямого, из эфира. Значит, по поводу Болотникова, 17-19 дома по этому адресу выселены давно, она говорит, и надо обязательно сносить, потому что свозят туда все. И крупную вот эту бытовой мусор, ну, диваны у нас там. Там, где ничего не используется, да, строить свалку. И что только свалку. Там нет. Галина Ивановна, спасибо вам за звонок. Юрий у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Юрий, здравствуйте. Расскажите, кто отфутболивает вас, по вашему мнению? Это у нас наши жирные 4. Так. Берут деньги за капитальный ремонт. Хотя многие должники по капитальному ремонту, но хотя бы чего-то это могло делаться по съездах. Понимаю вас, Юрий. В общем-то, вы немножко не о том, да? За текущий ремонт, наверное, деньги собирают, а давно уже ничего не делалось, в подъезде в частности. Да-да, вот в подъездах ничего не делалось. Это не капремонт. У вас какой адрес, Юрий? Пушкина 36-49. Пушкина 36. Угу. Понятно, спасибо большое за звонок. Ну, ясно, только не надо путать капремонт, который когда-то будет, если в программе ваш дом указан, и текущий ремонт, да, который там 5 лет надо каждый делать косметику в подъезде. Кто у нас еще есть? У нас еще и был на связи Александр Васильевич, да. У которого была своя идея. Он предлагал отфутболить всех вот чиновников, кто не может справляться со своими обязанностями. В общем, коленкой под зад дать им. Правильно, я с ним абсолютно согласен. А сейчас у нас на связи Амир. Здравствуйте. Вот расскажите, кто пытается вас отфутболить и уже продолжительное время? Амир? А, вот, извините, пожалуйста, я вас хочу сказать, я сам-то чернобылец. Ну и вот я, как это, чернобылец, ну, при Ельцине был, и вот каждые 3 года я должен был, и, ну, на лечение ездить там. Так. А 2010, вот уже 6 лет прошло, даже это, ну, приходишь туда и говорят, я вас туда не посылал. Так, секундочку, это где вам такое говорят? Ну, где, вот, куда я в администрацию? Ну, куда в администрацию конкретно? Кто это вам такое говорит, такую фразу мог сказать? Ну, где вот путевки я получаю, Суворова 124 или как, администрация это вот. Понятно. Есть телефон у нас записан? Нет телефона, не могу. Амир, значит, смотрите, 31-28-26, обязательно позвоните нам. Автоответчик у нас сейчас уже работает. Вот сейчас прям позвоните, назовите свой телефон, скажите, что я Амир, вот я звонил по этому поводу. Обязательно с вами созвонимся и будем выяснять, кто это, на какого хама вы там, ну, в общем... Попали. На, да, попали. Ждем вашего звонка. А далее у нас с вами короткая реклама, после которой вы узнаете, как можно законным путем добиться того, чтобы в вашем квартале снесли старое дерево. В нашей области увеличилось количество лесных пожаров. С начала месяца сгорели 1000 гектаров лесов. Ужас какой! О чем только люди думают? Будь осторожен с огнем. Вы смотрите «Магнитогорское времечко». Сегодня спрашиваем у вас, кто пытается вас отфутболить. И до нас дозвонился Георгий, который уже 2 года не может найти ответа на свой вопрос. Рассказывайте, Георгий. Рассказываю. На протяжении 2 лет пытаюсь дозвониться в горэлектросеть, чтобы загорелась лампочка на второстепенной дороге по проспекту Карла Маркса. Значит, я выхожу, смотрю, на всех стоянках на второстепенной дороге фонари горят, лампочки горят. А вот дети идут в 28-ю школу, это получается напротив Белой Лилии, да. Особенно зимой.
И машины несутся, и чуть ли их не сбивает. Вот это, на это ужасно смотреть. Ну, подождите, насколько я помню, да, в начале этого года, вот в этом же районе, же рядом с нами, да. Горэлектросеть много чего сделала и освещение провела, но, вот, видимо, туда вот не дошли. Туда не дошли, это Карла Маркса 43. Да. А скажите, что вам отвечают Горэлектросети? Они записывают меня в журнал, дежурный меня записывает в журнал, постоянно какая-то женщина. И говорит, да, мы примем эти меры. 2 года, 2 зимы, ничего, ответа никакого. Ну, надо обязательно связаться с ними. Разбираться. Мы созвонимся, да. Спасибо вам. И я думаю, что все будет сделано. Скорее всего. Евгений до нас дозвонился. Здравствуйте. 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 Евгений, ну рассказывайте, какого вы результата добились, когда вас пытались отфутболить и кто? А вот тут получается у нас зимы все началось, да, вот сейчас я смотрю. Тут началось все с крыши. Нет, не убирают вообще, снегопады были, да? Реально просто не убирали. Сосульки все висит, вот тут тот теперь. Все, обращались несколько раз. В ЖРУ 5. В ЖРУ 5, да, я уточняю. Потом чисто просто садимся за компьютер, пишем на президента, проходит время. Президент губернатору, проходит еще неделя, тут получается комиссия такая собирается, потом они все просто шелковые. Вот да, реально. Ну, это какая-то просто удивительная история спасения, Евгений. Спасибо вам большое за звонок, но... В последнее время очень много стало уже, вот конечно, таких вот обращений на Владимира, да, Владимировича, и пишут, да. Надежда, и подписи собирают. Я лично... Очень горд, конечно. Я очень горд за наших магнитогорцев. Вот. Они раз написали, оп, сразу Владимир Владимирович, значит, губернатору. Губернатор тут навтыкал кому надо, и все пошло, движуха пошла. Но я не знаю, друзья, зачем нам тогда вот эти вот ЖРУ, там все, руководители, непонятно. Конечно, должны они все сразу реагировать. Владимир Владимирович, думаю, ну не хватит здоровья заниматься проблемами магнитогорцев. Спасибо вам, друзья, звонки ваши замечательные. Идем дальше. Проблема озеленения в нашем городе актуальной была всегда, это понятно. В новых кварталах зелени, конечно, меньше, а где-то вот очень много деревьев и кустарников, например, в Ленинском, Правобережном районах. Там же существует проблема старых и уже очень опасных деревьев. Зачастую они представляют вот реальную угрозу здоровью и жизни горожан. И наши телезрители, бывает, обращаются к нам с просьбой поспособствовать тому, чтобы эти деревья исчезли, их попросту срубили. Вот это дерево, зачем его оставили вообще? Для чего, спрашивают, оно гнилое. Вот это уже сколько лет стоит тут этот трипер. Инфекционным заболеванием в порыве эмоций Асия Мударисовна называет вот это дерево, а точнее то, что осталось от него после обрезки в 2007 году. Уже 9 лет, уверяют местные жители, к старым и зачастую гнилым зеленым насаждениям в их дворе никто не прикасался. Тополь стоит, семиэтажный дом. 7 этажей, считай. У нас вот 4, семиэтажный дом. Это такая махина стоит, я вообще не знаю. Ужас. Больше всего жителям дома номер 7/1 по улице Строителей не дает покоя огромный голый тополь. Гнилое дерево не только не радует глаз, но и вызывает у людей серьезные опасения. Чуть ветер, вот в октябре месяце был ветер сильный, я думал, у меня вообще стекла полетят. Вот так вот, ветки вот так вот. Передачу включ, ну везде говорю, везде. Упал, убил, упал, прибил, упал, помял. Мы чего ждем? Я не пойму никак. Сотрудники местного домоуправления опасения жильцов разделяют полностью. Дерево в аварийном состоянии, оно в любой момент может упасть. Но тут же признаются, спилить гнилое дерево они могут только по письменному заявлению жильцов и с разрешения специальной организации. Сейчас всеми деревьями заведует созданная в 2016 году организация «Спецэкология». Снос любого дерева, его спил, сруб, налагаются очень большие штрафы, и без разрешения и без ведома этой организации мы не имеем права ничего делать. Не просто это спилить, его нужно удалять частями, чтобы оно действительно не упало ни на дом, не порушив стекла и балкон. Честно говоря, друзья,
Я вот не очень понял, про какую спецэкологию идет речь, про какую организацию с 2016 года, вот только с этого года. Я знаю, что спецэкология давно уже существует у нас, может быть, какая-то другая. Для чего, я хочу уточнить, для чего вам показали эту историю вот сейчас с этим тополем, вот чтобы вы знали, что новая схема существует по обращению. Ну и напомнили вам, что ни в коем случае нельзя пытаться самим как-то снести это дерево, иначе грозят просто огромные штрафы. Лидия Михайловна до нас дозвонилась. Здравствуйте. 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 Слушаем вас, Лидия Михайловна. Вы понимаете, меня в течение месяца беспокоит Холдинг-банк «Русь». Угу. Бывшая моя сотрудница, где-то когда-то она с нами работала, дала мой номер телефона, угу, чтобы получить какой-то банк, ну, взять кредит. Угу. Меня сейчас беспокоит и говорят, что вы должны за нее заплатить. Дело в том, что, понимаете, они в такой степени уже стали террористами в этом отношении. Что такое банкрот, я вообще не знаю. Вот. И давно мы с ней уже не общаемся, не работаем. Но они говорят, что если вы не заплатите кредиты, не погасите вот эти долги ее, то мы придем, сделаем офис в вашей квартире. Ну, я вообще не пойму, что это такое вообще. Что за терроризм? Лидия Михайловна, я прошу вас, прежде всего, спасибо вам огромное за звонок. Я прошу вас, успокойтесь. Ничего страшного вам не грозит, потому что вы никаких денег не брали, вообще не знаете, что это за банк. И поэтому, ну, единственное, что беспокойство вам доставляют, и я думаю, да, надо как-то добиваться того, чтобы это прекратилось. Но я скажу позже, кто у нас будет в эфире в следующем выпуске, и кто, наверное, сможет помочь в этом плане. Кто у нас еще? У нас не дождалась, была на связи Надежда, сорвался на звонок, но я расскажу ее историю. Живет она по адресу труда 26 в 6-м подъезде. Ситуация в доме такая, что 5 подъездов в доме отремонтировали осенью и этой весной, а вот 6-й подъезд, там, где живет Надежда, забыли. Обратившись в свою управляющую компанию, объяснили, что денег попросту на ремонт вот одного подъезда не хватило. Люди не понимают, ну что платят и за текущий ремонт, и за капитальный ремонт, но вот остались без ремонта. Сейчас. Понятно. Ну, а мы идем дальше. Сегодня, 22 июня, исполнилось 75 лет со дня, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, которая тогда называлась Союз Советских Социалистических Республик. В память о жертвах Великой Отечественной войны на протяжении нескольких лет в России организуется акция «Свеча памяти». Вчера, 21 июня, в Москве на Крымскую набережную пришли жители и гости столицы для того, чтобы зажечь 1418 свечей по числу дней войны и отдать дань уважения тем, кто защищал нашу страну и весь мир от коричневой чумы. В нашем городе также эта акция проводится и проводилась. Те, кто захотел к ней присоединиться, смогли это сделать, даже просто поставив зажженную свечу на подоконник в своем доме. Все это происходило вечером 21 июня. Да. Наше времечко в эфире стремительно истекает. Спасибо всем, кто смотрел наш эфир, отдельно тем, кто дозвонился. Очень хорошие звонки были сегодня. Спасибо вам. Напоминаем, телефон автоответчика 31-28-26. А в пятницу, друзья, и для Лидии Михайловны вот отдельная информация для вас всех. В пятницу в программе «Народный руководитель» объединения защиты прав потребителей города Магнитогорска Владимир Зяблицев будет отвечать на наши и на ваши вопросы. Не пропустите. Всего вам доброго. До свидания. Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».